моста Полоцкого путепровода с 10 числа планируется перекрытие движения части улицы Мичурина. Также будут закрыты и пешеходные его части. Жители, например, Локомотивной улицы смогут выезжать пока на улицу Ленинградскую. И дальше будет проезд организован вдоль дома 7, корпус 2 по улице Локомотивная, с выездом на Леонова. Транспорт будет ходить через 11-ю Городовскую. Расписание его не изменится, как городской транспорт, так и пригородный, и маршрутное такси. На какое время закрывают? Это уже все с концами? Либо... Это до ввода его в эксплуатацию. Будет закрыто в месяц.